Всем привет! Сегодня у нас 16 августа, и мы уже кушаем свои персики, персик памяти Шевченко. У него уже даже начинают падать плоды. И кто не знает, кто смотрел, не смотрел ролик, как я обрезала этот персик, и как он у меня был каким лысым, то есть из вот такого кучерявого деревца. Я оставляла его практически лысым, и вот, пожалуйста, за лето он опять вырос вот таким. Не знаю, попробую, может быть, в следующем году поднять крону выше. Может быть, ему будет комфортней. Обычно я его держу крону поменьше. Но даже несмотря на то, что я его так сильно обрезаю, он жирует. Вон какие у него длиннющие ветки. Даже вон боковые побеги уже наросли. Ну, может быть, из-за того, что надо было летом его пропасынковать, а я этого не сделала. В этом году персиков не так много, потому что персик попал под заморозки. Но покушать нам хватает. Мы уже штучек 10 сорвали. Вот, вот даже, видите, я дотронулась. И он упал. Окрас у него больше таким не становится. Самый вот, ну вот такой вот он и есть. Такой бледненький, с небольшим розовым бочком. Вот здесь еще у нас лот остался. Этот у нас упал. Уже вот еще висит. Немного уже осталось, потому что мы уже немножко поели. Но, как вы видите, персик памяти Шевченко у нас тоже растет. Сейчас я попробую с этой стороны найти, что-нибудь осталось у нас или не осталось. А вот еще персик остался. Я, конечно, хотела бы еще у себя посадить другие персики. У меня растет еще нектарин, но он в этом году, можно сказать, не дал урожая. Там один плод, и тот отвалился. Ну, а вот этот вот персик, он у нас хорошо растет. Я его уже на зиму ничем не укрываю. И он у нас прекрасно зимует. Вот такой вот персик памяти Шевченко на сегодняшний день.